был впервые колонизирован французами. Затем за него началась длительная война. 7 раз его перекидывали, как горячую картошку из рук в руки, французы и англичане. Последним колонизатором была Англия. В 1979 году страна получила независимость, хотя остается под протекторатом Англии. Население острова 150 тысяч человек. Большинство – потомки африканских рабов. Едем на экскурсию в тропический лес. Санта-Лючия – остров вулканического происхождения. Считается самым красивым островом в Карибском море. Глубокие долины, покрытые зарослями из кокосов и бананов, прорезают горные массивы. Поросшие тропическим лесом конусы потухших вулканов – водопады. Береговая линия изрезана множеством бухт. Население – 150 тысяч человек, большинство – потомки африканских рабов. Лена, Соня и Толик будут носиться между деревьев на зиплайн. Thank you.
наша гондола медленно плывет меж зеленых стен тропического леса. Путешествие по лесу отправляются Толик, Лена и Сонечка. После фуникулёра у нас пешая прогулка по лесу. Дерево бабуя. Из его древесины делают музыкальный инструмент – скрипки, виолончели. Этот необычайно красивый цветок называется геликония. Их 150 видов, семейства банановых. Вырастает до 3 метров. Его еще называют райский цветок, райская птица. Попугайный цветок. Это воробышек завтракает кокосом. Возвращаемся в порт.
Наш день на Санта-Лючии заканчивается на городском пляже. Продают свои поделки из скорлупы кокосовых орехов. Мы покидаем Санта-Лючию, мне кажется, самый красивый остров в нашем путешествии. Только самый ленивый не вышел попрощаться с уходящим днем.